ребятки, есть щука. На удочку щука взяла. Хорошо. Что это там? Бодается-то. Бодается-то так хорошо. Зашла? Да, зашла в луночку. Все, не торопимся. Ёлы-палы, посмотрите на эту пасть. Ой! Крокодил! Это, ребятки, крокодил клюнул. Сто 500% вам даю. Зовут ее крокодил. Ёлы-палы. Две ноги мои, смотрите. Вот это поленце взяло. Фу, хороша. О, щетки какие. Да, мордастая. Пошли положим ее. Да, она даже может быть и рекорд сегодняшний. И все-таки клюет сегодня вяло. Да, несмотря ни на что. Что и говорить, друзья, доставать такую крокодилку очень приятно. Очень. Только надо блесну, знаете какую? Любую. Они на все здесь едят. Они все едят. Всех едят. И они не кончаются. Ой, какие мы обидчивые. Опа, вот это поклевочка. И что, все? Как все-то? Да. И все, друзья. Не успели. Не успели. Опа! Ха-ха-ха, еще одна. Блин, ушла. Зараза. Смотрите, на волосиночке кишку оставила. Вон, ребят, какой танец. Лайк ставьте. Смотрите, как старается. Брейк-данс на спине. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «О-Грилл». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасим Шер. Ссылка в описании. Блин, вот это у меня сейчас, ребятки, удар был, а. Опа! А, есть! Есть. На одинарный крючок. Да-да! Есть! Тихо. Опа! Ребята! Есть! Опять на одинарника! Нет, ушла! Ушла, зараза! Ребятки, есть. Опа! Блин, ушла. Тут ты, зараза. Эх, жалко. Опа, есть, ребятки. Есть. Тихо, подруга. Ох, ребятки.
Ох, что-то там хорошее. Ой, что-то там хорошее. Ой, что-то неплохое. Ох, что-то неплохое. Ох, что-то... Опа! Что-то неплохое, я же говорил. Фух. Вот это да. Вот это да. На щучий глаз. Извините, ребят. Не пойму. А, вон он. Вон, извини. Ага. Иду. Все. О, есть. О, хорошо. Ой-ой-ой, хорошо-то как. Ай, пальцы отрежешь мне. Дура. Ох-ох-ох. А в лунку-то не лезет. Что, мы на трофей пошли? Как ты считаешь? А? Нет. Нет, не на трофей. Ну, иди сюда. Опа! Пошли. Ох, молодец какая. Ну, неплохо. Такой добрый бочонок. Что у нас, расклевалось что ли сегодня? А? Что скажете, госпожа Счука, вся в пиявках? Не клюет. Буду на пониженной ехать сегодня домой-то, если так дело пойдет. Други мои, буду на пониженной ехать. Все, вот такую вот полоску окуня со шкурой. Шкура, она очень хорошо. Думал, опять где-то звенит. Думаю, да что ж такое-то? Минуты покоя. Да ладно, это я выделываюсь, ребят. Щипчики офигенные. Приеду, куплю себе тоже такие. Иглу шануть и крючок достать. В общем, на все случаи жизни очень удобно. И колечко заводное раскрыть. Много там прибамбулек. И рот открыть фиксируется. Ой, Гергерыч, смотри, сколько я щук поймал. Никто тебе подарок не хочет давать. Вот тетю щуку поймаю, которая захочет тебе подарок передать. Я ее отпущу. А эти злые щуки, они не хотят тебе подарок давать. Саня с канала «В поисках сокровищ викингов». Твоя гусыня сгусила 4 гусят. Та, которую ты мне подарил. Кемская. Гергерыч безумно рад. Так что спасибо. У нас теперь гусята есть. Ой-ой-ой, сколько же здесь этих зубатых, а? Представляете, как тут рыбе обычной проплыть-то хоть. Ее же схамают, схрумают, схрямают. Ни окуня нету, ничего нету вообще. Ни одной поклевки окуня, никакого захудалого не было даже. Сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 щук я сегодня один забубехал. 15 крокодилов, ребята, самый маленький 2 кило, наверное. Не, какой, трешечка. О, малявка. Вон мелкая лежит. Самая мелкая вон лежит. Вот так вот. 15 щукарей я достал сегодня. Ёлы-палы, вот это я красавчик вообще.
Сейчас еще, может, достану. Это еще не все. Опять у нас здесь. На шкурку. Опа. Оба-на. Оба-на, ребята. Вот это облом. Поводков-то у нас больше нет. На шкурку-то окуневую как хорошо ловится. Вот на эту сардельку вообще не хочет. Давайте-ка мы ее заменим. Опа, а вот и поклевочка, только тронул ее. Опа, есть! Да что ж, да что ты будешь делать-то, а? Блин, ну, пацанов, все веревки поизношены уже. Тьфу ты. Фигово. Да ладно. Ну вот, ребят, вы видите мой улов. Теперь я хотел бы рассказать вам секрет. Почему так клюет? Ну, во-первых, надо иметь вот такой флюрокарбон. Брать надо как можно дороже, так как, ну, так как, короче, так как надо. Так надо, вот, поэтому надо брать вот такой флюрокарбон. Вот, кто не видит. Видите? Это первая составляющая успеха. А далее, грузило от какого-нибудь именитого производителя. Вот такое вот. Обязательно. Это обязательное условие. Титановый поводок. По любасу. Вот титановый поводок вот такой длины. Вот. Палец. Чтобы вы понимали. Титановый поводок. Обязательно. Видите? Вот здесь хитрый очень заворот идет. Вот тут вот, в этом месте. Ну и, конечно же, японские крючки. Манзупин называется. Посмотрите, разгибает и такие крючки, зараза. Аккуратненько подогнем его. Вот и весь успех рыбалки, друзья. Просто три вещи. Самый дорогой флюрокарбон. О, щуки даже подтверждают. Без него, говорят, никуда. Грузило из английского свинца. Обязательно английский свинец. Титановый поводок. Титановый поводок вам помогут подобрать наши консультанты. И вот такие тройники. Все это, мои дорогие друзья, вы сможете приобрести в магазине Fishop Pro со скидкой по промокоду Герасим Шерп. Флюрокарбон, английский свинец, груз. Это специально форма. При падении он издает такой ууу, щука его любит. Титан, поводок титан, обязательно титан определенной марки. Не каждый титановый поводок подойдет. Ну и естественно, кованые тройники. Тройники обязательно вот такие надо брать, иначе рыба может уколоться и уйти. Здесь просто больше нету. Были бы больше, она бы и больше жрала. И кололась бы. Она как это, как мышка, которая плакала, кололась, но продолжала жрать кактус. От жадности своей. Им тут жрать нечего, походу. Тут одни щуки, больше никого нету. Всех съели. О, а вон у нас еще одна. Гостя пожаловала, пока болтаем. Смотрите, на одинарничек клюнула. На одинарничек клюнула, хорошо. Оп, есть. Аккуратненько заводим. Титановый поводок, вы помните, да, друзья? И будет у вас вот такой успех. Жуков гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений. Оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Обязательно, обязательно. Вы просто обречены будете на успех.
раполовские плоскогубцы. Без них у меня бы ничего не получилось. Так, ротик не закрываем. Поводок у нас, как вы помните, одинарный. Дай, пожалуйста, этого окуня. Отдай, тебе он все равно не нужен уже. А мне нужен. Вот так вот. А, забыл антрактанты. Точно же, ребят. Обязательно искусственную шкуру окуня. Ее вы можете, не знаю где, приобрести. Ее в Россию не завозят. Обязательно, вот ее обожает щука. Вот так одеваете, вот правильно одевайте только. Оденьте не так как-нибудь. И все, плакали ваши щуки. Так. Ну а теперь все бегом в магазин fishing.pro. И у вас будет вот такой же результат. Работаем. Не покладая рук и раполовских плоскогубцев. Рыбацких. 16-е. Хоба. А неплохо. А я молодец. Ай да Герасим Васильевич. Ай да щукин сын. Ну все, про поводки титан я вам рассказал. Тройники, двойники, одинарники рассказал. Ну это из тройников делаются. Сначала двойники на такой рыбалке, а потом одинарники вообще. Насаживает, ребят, исключительно вот так. Исключительно. Я вам как рыбак с огромным стажем говорю, иначе ничего не получится. Вы меня слушайте. Я уже давно ловлю. Вот они подтверждают, видите? Опять мне танцы за бубенцы устроили. Так, ну и вот такой вот кусочек на десяточку мы повесим. На десяточку. Десяточка будет. Ребятки, вот, не знаю, может вечером сегодня заеду. Может завтра заеду. Но тоже уже к вечеру. Все, рецепт успеха. Я вам раскрыл. Для вас ничего не жалко. Ну иду, иду, сейчас уже едем. Дамы, вы какие-то нетерпеливые, а? Что же такое-то? Чуть-чуть давайте это самое. По это самое. Не того самого. Ну-ка, пошли. Давай ты теперь. Давай, давай, устраиваемся поудобнее. Ехать нам прилично. А вы еще, может, если повезет, и полетать успеете. Представляете? Какие еще щуки, сидя в этой речке, могли об этом мечтать, чтобы полетать. А? Ну-ка подумайте. Да никто и мечтать не мог. О, Господи. Какие вы тяжелые. Какие же вы тяжелые-то, заразы. Ну, тихо. Тихо ты. Да ну, елы-палы, весь бур мне сейчас испачкаешь. Зараза ты такая. А? Ты, ух ты как! Так, так, кусаться. Ах ты, кусаться. А ну, полезай в кузов тогда. Ой, ребятки. Ой, ребятки. Фу. Блин, да как же тяжело это какая. Рука отвалится вас таскать. Так, народ, чей след? Рассказывайте в комментариях. Чей след? Кто тут находил? Натоптал? Кого-то ел? Ребят, все,
Добрался, покушал, переоделся. Надо отдохнуть. Что-то он туман лает так нехорошо. Подвывает, бегает. Как бы мужик в шубе не пришел. Далеко тут за озерцом прям. Так что я на всякий случай пулю засуну в ружо. Фиг его знает, как сделает из меня завтрак туриста. Буду знать тогда. Ужин охотников, да? Опять эта игра, проклятая игра. Блин. Не, Миха, а кормит нас рыбак. Да. Икры столько, что на улице полвида стоит. Не, а что, она вкусная? Ну, вот у нас ужин с икоркой. Жареная щучья икра. Да. Черемша. Все по тарелке. Красота. Ну, правда. Приятного нам аппетита. Ну что, народ? Фух. Закончился еще один замечательный день. Завтра мы, скорее всего, улетаем в Светлогорск. Завтра я попробую посидеть на гуся. Может, будет что-то лететь. Второй день ничего не летит уже. Ребята там переждут. Сейчас будет непогода несколько дней. Гусь точно не будет лететь. Ребята там переждут, потом вернутся. А у меня задача выбраться. Задача выбраться, потому что мне скоро уже в поход на Смешани. Нам уже ехать в Северную Карелию. Там маршрут такой у нас сейчас будет. Мне, чтобы эвакуироваться до дому, вертолетом меня подкинут до Игарки. От Игарки рейсом до Красноярска. И от Красноярска до Москвы уже. Вот. Если все сложится удачно, то займет это все сутки. Если есть рейсы от Игарки. Потому что от Светлогорска вообще нереально выехать. Люди за год билеты покупают, туристы. И туда, и обратно все вообще разобрано. Местные не могут даже выбраться в отпуск, вылететь на Красноярск. Один рейс в 2 недели, что ли, тут летает, Ан-24. Вот, от Игарки, конечно, попроще все это дело. Ой. Край прекрасный, богатый, природа не тронута, зверь не пуганый, рыба не ловлена. Ну, блин, жить здесь тяжело, я вам скажу, ребят. Надо быть росомахой. Вот я двух таких росомах знаю местных. Я вам их показывал уже. Это Костян с Коляном. Колян и Костян, спасибо вам огромное за вашу помощь, поддержку информационную, где что клюет, на что берет, снабжение снастями и прочее. Было здорово, спасибо. Я, конечно, ребят, кайфанул. Столько щуки за 3 дня, не знаю, я, наверное, не ловил вообще никогда. У меня все пальцы, блин, болят, все от шнуров, от лесок. Везде мозоли на пальцах. Сегодня я поднял 16 штук. Ничего не пропадает, не переживайте. Все увозим в Светлогорск, там все это уходит в дело. Значит, найти бы такое место, где так щуку можно у нас где-то ловить, где откуда можно выехать. Здесь же еще не выехать, здесь дорог-то нету сюда. Вездеходов должно быть много и разных. Предлагаю вашему вниманию вездеход «Лесник М-Север». Простой, недорогой и надежный вездеход для тех, кому не надо выполнять сверхзадачи. При покупке приятный бонус по коду GERASIMSHER. Подробный обзор вездехода в описании. Здесь на шерпе не добраться, если только боржой летом закидываться, еще что-то. Ну ты рыбу не вывезешь. Это путь. О-хо-хо-хо, ребят. Это в 2 раза сложнее, чем на Байкал забраться. И дольше по времени. Но я надеюсь, мы на вездеходах побываем в этих краях. Не в этих, а на Таймыре. Есть у нас в планах такая экспедиция. Ну а так вот он. Отдых близ Курейки.
Надо спать, усталость копится. Я бы с удовольствием остался бы еще недельку бы здесь проторчал, потому что есть что снимать, есть что смотреть. Всего хватает. Но я здесь побываю опять уже в июне, и будет совсем другое, другая природа. Будет уже лето. Это весна здесь. Здесь будет весна в самом разгаре. Все это вот. Мы будем на плато Путорана. Есть изба там тоже. Вот мы тоже где-то будем неделю уже с Мишаней вместе. Все будем. Спокойной ночи, ребята. Всего хорошего.